Система с датчиками О2 и СО2. Значит, вот наш датчик СО2. Вместо датчика кислорода будет эмулировать показания потенциометр. Данные приходят с двух датчиков на контроллер Nano, затем отправляются в шим, в хаб Mega, затем это все идет на Raspberry. С Raspberry у нас выходят все показания на внешний монитор. Игорь, запусти, пожалуйста, программу. Так, сейчас не спеши. Давай. Внизу появились датчики CO2 и датчик O2. Показания отображаются на мониторе цифровом. Датчик кислорода сейчас будет эмулироваться потенциометром. Вот, он изменился на 66. Вот этим потенциометром. И сейчас его в самый низ. Обновление происходит примерно раз в 5-7 секунд. Вот, 9. Вот наше показание этого датчика CO2. Можно на него подышать, либо сделать газом. Видимо, его еще нужно будет калибровать. И затем после калибровки он будет все показывать. Открой датчики CO2 и O2. Здесь мы вывели графики. Один из графиков правый – это потенциометр CO2. Датчик O2. Второй датчик после разогрева показывает всегда одно значение. Ну, с ним мы еще пока повозимся, видимо, его надо еще откалибровать. А так, в принципе, система готова. Датчику необходимо какое-то время на разогрев. Ориентировочно написано 30 секунд, но стабильно нормальные показания появляются только спустя примерно 3 минуты работы. В среднем вот они у нас были 162, 158 и так далее. Также можно посмотреть эту работу на графике. То есть после нагрева у него показания от 20 увеличиваются примерно до 160 и потихонечку начинают возрастать. Пока это все.